На конкурс дети считают стихи. Козлова Алена, 12 лет, Санкт-Петербург. Эдуард Осадов, добрый принц. Ты веришь, ты ищешь любви большой, сверкающей, как родник, любви настоящей, любви такой, как в строчках любимых книг. Когда повисает вокруг тишина и в комнате полутемно, ты часто любишь сидеть одна, молчать и смотреть в окно. Молчать и видеть, как в синей дали, за звездами, за морями, плывут навстречу тебе корабли под алыми парусами. То рыцаря венга врагов рубя, мчится под топот конский, а то приглашает на вальс тебя печальный Андрей Болконский. Вот шпагой клянется Д'Артаньян, влюбленный в тебя навеки, а вот предподносит тебе тюльпан пылки Ромео Монтеки. Проносится множество глаз и лиц, улыбки, одежды, краски. Вот видишь, красивый и добрый принц выходит к тебе из сказки. Сейчас он с улыбкой наденет тебе заветный браслет на запястье, и с этой минуты в его судьбе ты станешь судьбой и счастьем. Когда повисает вокруг тишина и в комнате полутемно, ты часто любишь сидеть одна, молчать и смотреть в окно. Слышны далекие голоса, видны корабли во мгле, а все-таки алые паруса бывают и на земле. И, может быть, возле судьбы твоей, где-нибудь рядом здесь, есть гордый, хотя неприметный Грей, и принц настоящий есть. И хоть он не с книжных сойдет страниц, взгляни, обернись вокруг, пусть скромный, но очень хороший друг, самый простой, но надежный друг, может, и есть тот принц.